Кому отдал? Тебе. Нахуй мне бомжи, блядь. А, так еще там есть такой момент, ему там челик. Сейчас скину бомжей, подожди. Спецоборудование отдавал. Ну, типа, Рыбу всякие поставил. там пистолеты, блядь. Пластырь-бомба, блядь. Прикинь, пластырь-бомба, блядь. Пластырь просто приклеишь, он взрывается. Скинул бомжей. Хватит? На гнева? Или еще надо? Каких бомжей ты скинул? На БГ собрело? Скорее скинул. Я попросил, научила бомжей в КД, я ему скинул. Блять, рыбу поешьте там, реслину. Ироды, рыбу поели. Лапу дай. Масло выпейте, уебаны. Банку выпейте, уебаны. Боже, что вы делаете? Нафиг. Ироды. А что, день цитаты этого Феникса, что ли? Нет, вы в эфире. Меня цитировать рано еще. Все, давайте пометка найдите. Так мы чтобы это, чтобы время зря не терять, сейчас начнем. Яша, иди, ты без метки, Яша, ты сзади. Чтоб цитировать, надо напиздеть. Сзади босса, не, ты ко мне беги, не туда. Ты в спине босса всегда ванишь, а потом съебываешь на вторую, если не рокает подряд. Все, на пол иди пуляй. Ну, Яша, короче, кидаешь на пул Фенрира и идешь босса пулить. Ты. Да-да-да, у нас так. Какие пиздари в рейде, все объяснять надо, боже. Ты же сразу сзади босса. Играют хуёво, 3 икса не смотрели. Нахуй я вообще с вами рейду? Рейжу. Рейдю. Не рейжи, блядь. Еще надо подвинуть. Нормально, надеюсь. Что вы вообще из себя представляете? Просто место, да. Куда еду пихать. Так, на первый чёрт, да? Это сейчас... Ну, первый уже было. ПС, да? Был? В смысле было? А было реально? Она сразу после порталов идёт. Вот это второй. Кидай истерию, блин, чё. А. Ну, сейчас на третий эти зубы дам. Давай, хорошо. Мне сложно, подожди. Мне чтобы откадашились. Хуйня какая. Я знаю по своему уже, что делать. Да я не тебе, я Яша. Чё ты знаешь? Ты свой сейв знаешь, блин. Ну, так твои тоже. Ты сейчас зелёнку жмёшь, айсбаум. Нет, сейчас жму айсбаум. Вау, какая разница. Похуй, нажму зеленку сначала. Блин, страшно стало. Оля, хорошо, что сейчас нажал. Сейчас он бежит. Скоро. Там где? У меня нет ДБМ, блядь. Там все. Так, что мне там в него бежать вроде? Бить же можно, да? Похуй. Ты аккуратно. Да, ну если Рэмбо смотрел, то можно. Я до портала не успеваю, парни. Какая жалость. Давайте покажите мне аут ХПС. Геру. Ракета на 70 тысяч. Ты еще под иксами ее закидываешь? Под иксами? Ты, ну, я видел ты триксами. Под иксами. Под иксами, блядь. Когда там фаза? На 8 секунд вижу. Руки от колокольца убрал. Под 3 иксами. Блять, нет! Вы чё, в казино 3x под 3 мая? Ой, на месте только! В линию встаньте тут. Да. Я ж в спине стоишь, просто мозг убегаешь. Чё, нас сейчас расстреливать будешь? Сине поставил в линию. Странно как. Хаку я же говоришь. Азина, 3 шима, спасибо мне. Блять, бопа, есть боп. Сними только, бить не сможешь. Было уже первое, было первое? Похуй, нажми. Первое всегда, она сразу после порталов идет. Да я, блядь, я не слежу, я ж Рога. Да он тупой. Я Рога. Сейчас зубы есть или пока я, да? Нет, еще 5 секунд. 32 зуба. Зелёнку нажал. Ты ж видишь, я бомжей скидывал. А ты за стол встал, я не могу тебе дать. Я на стол встал и прыгаю. Сколько у тебя зубов?
30. Нет, этого не будет. 30. Увы. Бам. Ноль урон, там еще и капля залетела. Я что понял, у меня вашка не работает, я только на пятом боссе это понял. Все. Жалко глюк. Повезло. Беги к порталу, давай! Савчик! Вообще не двигаюсь. Прыгнул прям как в 3 икса, вон, когда на ферме пиздились. На мотоцикле прям полетел. Скажите, какая там фраза, я в альтаре. ПС. Спасибо. Я вежливо попросил. Это как-то было агрессивно, если честно. Да тут эмоции, накал страстей, типа, в файте, знаешь, мы тут деремся, как я могу быть спокоен? Понял. Тебе нравится, как гоблин кастует? По-моему, круто, да? Ну хз. Как в 3 икса. Я вижу у тебя печку. А, блядь, ну я ж попросил сказать, да ёбаный. Да ты чё, идиот, блин? Я всё, попросил стоим, сказать! Стоим на месте, стоим, ждём. Чел, блядь, да, ты мост включить можешь? Там, внутренние часы тебе ничего не подсказывают? Нет, я в альтабе сидел, мне похуй. Сейчас сдохнешь там. Надеюсь. Надеюсь. Кидай. Да похуй, 500 тысяч. Поебать. 500к! Миллион! ГЦ. ГЦ, покчамп. Не знаю, кого на ГЦ. Ё-моё, вот это лут. Я пока не могу использовать эту способность. Рисунок не надо. Да в 3 икса можно было бы. Покчамп. Еблан. А чё за ускорение? Чё, блядь, такое? Дебаф этого, блядь, гнева. Впервые на боссе? Ускорение, ничего себе. У-ху! Короче, Азерони сколько там? 19, а Синсонгу сколько? 20 будет в этом 20? Году. 20? А вы, ну типа, одногруппники? Да, в жопу долбимся. Быстро дуну, понял? Ало. Быстро дуну. Шкаф поставьте, в общем. Я там слегка не долетел. РН? РН? Мы знали, значит, друг дружку. Старис линз... А, не, отвис. Ебать, телепортнулся. Чё, фрик? Знаешь, блядь, когда выпустили форсаж, то ли пятый, то ли какой... Ну, где, короче, сейф они по Рио-де-Жанейро, блядь, возили? Ой, да это восьмой, это, нахуй. Это пиздец. Нет, седьмой. По-моему, пятый. По-моему, пятый. Шестой. Или шестой. Нет, шестой сейчас это уже подав... там было. Бля, Синг, тебе ракетки на этом боссе 1000 ДПС дала. Ну. Форсаж? Где? Сейф. На двух машинах. На тросах. На двух машинах. Шестой. Пятый. На тросах по Рио де Жанейро. Ну, блядь. Форсаж 5. Ну, я тебе говорю, нахуй. Ты чё, у меня память идеальная, блядь. Яша, понятно, дезинформатор. Короче, так вот я о чем, блядь. Вот когда эту часть еще смотрел, блядь, мне казалось, ну пиздец, ну на грани фантастики. Ну как так, нахуй? Сейф просто железный. Шкаф, блядь. Реально, так еще смотри. Ну, типа, взяли трассу, перекрыли, то есть, да, типа, люди ехать не могли. Так еще и асфальт попортили своим сейфом. Вообще и дома пиздец порушили. Ну вообще идиоты. Типа не думают. Можешь нормальные фильмы снимать. И они, эти челики на машинах, они думают, что они, блядь, мир спасают, блядь. Хотя... Я не знаю, вообще, блин. Вообще, блядь. А на самом деле, небось, сидят где-нибудь в психушке в палате, придумывают вот это все.
Дурачки, а потом блин. Вообще, когда, кстати, шестую, сейчас седьмую выпустим, где они на тачках с небоскреба на небоскреб прыгали. Я говорю, ну все. А, они потом с самолета скидывали тачку с этим, с негром-то. Блядь, я, говорит, боюсь, пиздец. И там этот челик его скидывает там дистанционно, блядь. Ну и, короче, пиздец. Я говорю, все. Всем корефанам говорю, все. Я отвечаю, короче, за следующей серии они в космос полетят. Все, смотри, полетели, блядь. Это ты сначала следующую серию посмотрел? Еще я до знаю, того, как вышло. До того, потому что я Фенрира, не-не, я потому что по мосоверу. Не, ну забей, я не вижу, это забиваемый каст или нет, вообще никак не увижу. У меня это обычная хуйня, блядь. На дебафах босса. Че? То есть получается... Ну может я не впаду. По логике Дизеля, они в 11-м форсаже должны, короче, на Луне гонки устраивать. Да не на Луне. На где? На Солнце. Нихуя себе. Космос уже был. Это 12-й уже, блядь. Ну а что выше космоса? А что выше космоса? Сука, у нас сначала. В черной дыре будут, короче. Дыру поставил. Кроссовер Риддика с форсажем. Рестлин на рабу. Там не только Риддика. Там еще Человека-паука приплетут. Мультивселенная все-таки. Да, ну вот, как раз. Новый форсаж про мультивселенную. И матрицу туда же, да? Да, там какой Киану Ривз там камео сделает, его собьют там, короче. Он выживет. Короче, убивайте там. Навыка, блядь, да? Убивайте там косты. Че там готовишь? Короче, как-то раз у челика ник на варе был. Как-то раз, один раз не пидорас. У челика ник на варе был пулпер, ну, палпер, переводится разрыватель с английского. Ну ага. И, короче, у Эрелла... Пошел лагал... в туалет и порвал сячку! Не-не, у Эрелла как-то дис лагал, и мы на тухлом стоим пулять босса, и он такой, хотел что-то ему сказать, такой, и получилось отрывочно так получилось, он такой говорит пул, а потом пер, и когда он сказал пул, пульнули босса, блядь. Ты вон говоришь... Ты вон про Валора говоришь, у нас вот в гильдию залетает. Пиво БШ, орк воин 80 уровня. Да это хуйня, ник у него хуёвый. Ну, блядь, хуйня ник. Ну вот Пулпер это серьезный ник. А чей твинк это, бля? Да ему не дали звание твинк. Ну хуй знает, что-то не сумолится. 2-24 навряд ли в гильдию взяли. Не, ну типа, еще не узнаешь, типа, ни звание не дали, ни заметку не написали. Как узнать? Никак. Напиши в ЛС, ты кто? Так он вышел уже с аккаунта. Можно в гильдию написать, ты кто? А, ну сейчас следующий, кто зайдет в игру, в сеть, тот и есть пиво БШ. Согласен? Угу. Идем. Там... А, ну комп хуёвый, долго грузится. Значит, это... Кирилл. Кто? Кирилл. Бля, парни, лагает 2 недели, бля, ёбнешься, блядь. Видишь, как долго заходит на другого персонажа? Это в твинк Кирилла. Понятно. Или Ринда. Прикинь, Ринда Навара. Блю, ауру возьми там какую-то. Ты чё делаешь? Мед ставит, блядь. Да я не могу, опять у меня перелот конченый. Просто перелот. Каждый раз это ломается. Так поставь себе... Сука, один раз забиндись и одну метку, блять. Чел, он даже ДБМ пул не хочет. А, ты про это. Тогда да. Не, ну это тоже сложно. У себя ДБМ пул то вручную постоянно пишет. О чем ты вообще говоришь? Пусть команду метки пишет сейчас, по-любому есть. А, чё там? Таргет равно маусовер. Там квадрат. Трусы поставил по угью. Бля, че, ну... Россия подтверждает готовность, чё там у тебя? Кто за меня бабки? Ауру возьми, ауру распределите там, этот... Чё, как я обычно? Там, чё там хотите? Да я нахуй не поставлю. Глю, ты лёд брал, не? И мастер ауру давал. На, глю, лёд возьми. Всё. Всё, взял? Иди. Так, я пуляю. На. Реслин, пуляюсь? Пул. Перв. Выйди вон. На. Посмотрю сегодня 3 икса. Я тебя убил, Фендрир.
негр какой-то. А завтра расскажешь. Скажите, когда прикупить. Я что, ты, кстати, не перекупил эфирява, которого хуярит. Ладно. Когда там прикуп? Скажу, сказал же. Пей. Наебал, получается? Нет, там разброс босс. От 30 секунд до 34. Да. ПС. Почему вот он дает истерию, а ты мне ПС не даешь? Потому что я рога. А он долбоёб получается, или чё? Да. Извини, видел? Пожалуйста. Класс, видел? Да. Тикайте, пытайтесь себе косты, потому что меня не видно, какой можно, какой нельзя. Мне сложно. Дебафы сложно отслеживать, инка ёбаный. У меня 6 штук показывается почему-то. Надо бы построить. Венец. Фенрир, заморозь, зелёнку нажми. Да. Фенрир, я сейчас увидел, все понял, я понял, я вижу. Я добавил просто. Там мог. Какой же разъёб по ДПС, конечно, блин. Блин, заморозь. Лю. Сразу разморозь первую. Кик. Мякады. Кик Бутовский. Баба есть. Баба можно жить? Да, конечно, может. Не может. Он. Мне Боб дай. Алексей, дай мне Боб. Может он бабу ужать, но не сразу просто. Все ноком я прожал бабу. Ну, понял. Я сбежал, блядь, подальше. Кик на кик. Он, если вторая зима будет ФФ, кстати. Боб еще скинули, что ли? Да. Ну, я. Ну, типа, я спросил, типа, ну, нажми бабу. У нас два боба, блядь. Сначала он стоит, когда я бабл на первый. Дебаф откачется, блядь, 2 минуты всего. Я не помню, можно ли бабл давать. Разморозить надо это. В смысле, я тебе сказал, что можно. Что ты еще хочешь услышать? Забей, не верит никому. Ну, ошибся он. Опять? У нас есть один боб, все нормально. У тебя какая-то проблема. Какая разница, есть этот боб или нет, на мне когда нет. Ну так две зимы подряд тебе не прокнет, бил, блядь. Геру! Может. Геру! Если вот сейчас типа зима будет, вот сейчас, у меня не будет. У меня все еще, типа, минуты еще. Две подряд не прокнет фазы. Как откадешься? Там надо бедро разморозить. Кого-то не успеем, да? Кидай. Да, пойди, я спамлю. Ну. Сбить. Угу. Не сбить. Здорово, парни. Здорово, парни. Здорово, парень. Всем парням здорово. Геру сдал, блядь. Фамильяров, бить. Крипоты отдаёте. А сегодня не нужен. Крипоты, всё отдаём, максимально. А хочешь, можешь, наверное, зайти, но... Ну я захожу? Да, заходи. Ну, у нас так нормально. А вы на ком там сейчас? А, вы на ранчо? Вы вапнитесь, и я зайду на ранчо? А, да? Рира. Я нажал! У меня КД! У меня в КД матч! Кто там в 10, ты... Я ладно, я молчу. Простите, пожалуйста, если... Прохил. Хаку 2. Сингсон Казерона. Вот Фьюри Ури. Синг Шоколад. Вот Фьюри Арис. Яша, вот Фьюри. Вот Фьюри поднять. Стингсон, Арис Лин. Казерона, вот Фьюри. Вот Фьюри. Яша. Говори, если Т4 отдать надо было. Уриона. Зубы сдал. Тихо! Симпсон. Азерона.
я шален. Вот Фьюри. Фенрир. Симпсонг. Как он прилив, бля. Босс. Нормально все было. Да, блять. Вот, кстати, вот тот момент, когда я сказал тихо, типа, я не услышал, что в меня летит каста, а у меня там, ну, типа... Хаку замораживается. Я мог сдохнуть. Риона ходит, надеюсь. Нет, мозга не... Азов, что? Папа не заморозила? Он глыбанул. Да, он глыбу. Да, ультразвук по ушам начал. Если зима прокает, похуй, бой, схуярите, подъем. Ну все, идите нахуй, нашли нового, получается. Беги, малыш! Бейте, босс. Беги! Рано что-то зима. Колечко, рановато мне! Рановато работаешь, но он. Да, блин. Все равно не выпало. Не. А, ну похуй. Да, сегодня можно было конкретно хэпала одеть. Пояс, блять, это... Угу. А, ну я не знаю, кому это вообще дать, я просто на распыл кину. Если надо, что-то пишите Сингу. Или чоколаду. Шмотки уже миллион раз падали. Так, я ливаю. Я бы, наверное, пока вообще лину, пусть я аж побьет эту хуйню. Все равно ничего не надо. Посмотрим. А там же Яша этот, он знает, что делать? Типа, он в каждом. Да. И, бля, кстати, я ни разу он не танчил. Он-то просто обычно бил. Он... Единственный босс, которого не танчил, это копыта. А что вы там танчите? Делать все, я бил. Ну просто. Как факт, что я только его не танчил. Или так зальем, типа. Не, делай билд, конечно. Когда я погнал, то рано. Как обычно, делайте просто, если не надо, там придумать. Давай, школьник, по-быстрому только. Перемена короткая. Хорошо. Фу так. Хорошо, студент. Студент ебаного колледжа. Но мы копыта долго убиваем, мы фрики. А в смысле долго? Ну, мы оттягиваем. В смысле минут 10. Минут 10-15, да. Обычно. 15! А мы же комнаты закрываем. В прошлый раз же 8 чем-то. А кто у вас комнаты закрывает? Рога. И Лок. И Лок, ну еще кто? И Хаку третий по страховке, маг. Ну, больше некому. Ну да. Че, мне ФК стоит? Ну, сначала бьешь. Если на Синга летит... Ну, короче, типа, ты понял. Бля. Если на Синга 7 летит, то убегаешь. Вообще, бы лучше Кесера взял, потому что Кесера, типа, ну, хотя бы знаешь, что делать. Ну, бля, ну, давай я. Типа, Яш это может и зафейлить. Это не делал так ни разу. Я шипик, блядь, без... Чего? Не, просто должен. Дал щиточек. Ну, как хотите, типа. Не, ну, если Яша способен нажать Ванюш, когда в него летит семечко, то он точно справится. Яш, ты способен? Доджить семечко Ванишем. Можешь? Да если ему ничего оттуда не надо, так давайте по этому. Да, я зайду похуй. По надежному. Ой, я сижу в каране как раз. Давайте пойдем. А доли не надо, кстати? Нет. А кто второй танк сейчас? У Риона. Он не тут. А он не 8, кстати. А он без 8 любит играть с нами. Путиль, мужика. Да, просто... Дайте пати! Школьники. Мы кикаем, блин. А не, я просто... Я буду на слабончике сидеть, с кнопочки дыкать. Рулить-то тут не надо быть. Ясно. Под пиваса взяли. Я просто не буду рейли, типа, я когда рейли... Борлан! Ты фильм 3 икса смотрел? Смотрел. Ну, не, подожди. Прям 100%? Нет, ну отрепутил. А ты что, как понравился? Да, это, ну, обычная хуйня, знаешь, типа с винным дизелем, блядь. Пересмотрели. Какой тебе это ловушка? Ты вот замутается. Да ладно, подождите, кнопки нахуй попутаны все. А тебе Бурлан сколько лет? Это так смешно. Мне 26. 26, да? Да. Ну ты тоже. А ему 30, вот было бы тебе 30. А почему? А как я съел зев? Ах вы, не. А что ты съел? Да, зев, блядь, съел 3 минуты КД. Зев? Огненный зев.
Зев. Да не, пан, все нормально, не переживай. Борн, уже. Что? Так, на 8 я... марта трансмог для девочек скидка была. Ты что, девочка? Почему ты купил себе пушку? Ну я пушечку взял, да. Ну, мне захотелось, я прям что-то смотрю, блядь. Мне нужен был этот Авалон. Косубы, брат. С десятки, с Ульдуара. Я понял, что я в десятку не буду ходить никогда в жизни. И... Чё он с нами сходил? Понял, что я... Пошли с нами. Блюзы тринкетом на Авалона. Вроде все, блядь, забиндил. Так, вам помогать рейлить надо или вы сами? Нет. Чё, помочь-то? Мы бы без тебя как-то убивали там. Сколько? Не-не-не, тогда я спокойненько просто тыкаю кнопочки, все. А, то ты пиздеть будешь выводить. Локоть ходит сеть. Локоть ходит сеть. Тестить пошел мужик, видимо. Я отки самбо. А, ну все, с лякоть пришел, Борланд, пикай. А нужна вам, нет? Блять, есть у нас. Мы самостоятельные, мальчик. Поставил. Спиженные санды. А можешь просто дать нам рыбу просто? А что после копыта мы куда идем? Ну, либо РО, либо можно опер, на самом деле. А что, у вас там рейд, да, или что? А, блять, это же рейд на сайт. Гибель можно по-быстрому. Ну, Реслин пойдет же точно, минимум. Ну, Реслин в эфире пойдут. Ну да. Двое минимум. Ну все, дальше не идем. Значит, мор погибель еще. А до промоуса вместо когда? Оперы. Завтра. Во сколько? Ну, куда вы идете? Куда не идем? 17-16 что-то писали, я не помню. Да. 16-15. Ну... Скорее в 17, мне кажется. Скорее в 17, потому что я оставил 16-15, потому что всякое думал, что будет. Так, заходите в комнату. В комнату заходите. В 5, да? Да. В 5, можешь, да, подождать когда немножко? Так, вы, как и мы, ставите, да? Да, чё надо. Всё принято. Это вы как мы ставим. Включите стрим кто-нибудь, только из активных ДДшников, пожалуйста. Блин, только ну, хотел стрим. У меня вот такое есть, типа. Ван, в эфире активный ДДшник. Конечно, активный был. Что, будет, можно пройти? Готов? Нет, подожди. Чего тебе не кдшится? Взял? Мистериус Плакста, да. По кому? Хисера. По мне, Хисера. That's one second. Дебэм пул. Вот я конца раз дебэм пул въебало. 2-1. Как играть, я не помню. Я танчил, сидел. Так, нормально? Хорошо, ну. Понятно. Все, стой. Чиль. Только это когда это, Т4 скажу, давайте нажмем одну кнопку. Здесь. Син, скажешь, когда кнопка? Да. Там будет, нет, там будет это легендарное ШВ в чате. Блять. Так, ща, этот, я не посмотрел, Реслин сокрой? Я задолжился, что он семечку. Нет, хорошо. А мне метка. Да, блять, 2 семечка, я скинул второе. Метка на нем появляется. И что? У меня скоро кнопка уже появится, не буду сидеть, считать и рисковать. Орион, на принципе, пиалишь, что ли, там? А, может, на С7, я не знаю. Мы не знаем, вхожу, что делать. Вхожу. Нормально, лям надамажил. Бля, с ракеткой демона нахуй уничтожаю. Он меня не кастует, что-то не знаю. Да вы ш... А мне 7. Хаку. Иди. Я ухожу. Ой, блядь, прохильца. Я что-то не каст проебанил. Все ушло. Ты врёшь, он ещё на мне 7-ка. Нормально. Обеси. Я все вышел. Там хаку мобов, ничего не. Я пошел бить. Ах, хуй. Сейчас дай. Даю. На месте 7 есть. О, без таков Т4. Вагон. Да, да, да. Я не бил типа специально. Хисера на мне 7. Вышел. Просто руники хуярчивать. Я свою метку.
тысячи в меня, блять. Больше. А поближе встань. А мне 7. Фак вы. Ты с аппаратом на руки, надеюсь? Да, конечно. Это не да, конечно, это да, просто. Ты думаешь, я потрачу ты тот на ДД банку? Нет, ты просто забудешь, тебе просто впадлу будет припевать. Я знаю. Так у него была выпивать. Мало ли. Я ухожу. Это тот еще фрик. Что он делает? А ты, блядь. Не метка. У Лена тоже тот еще фрик. Ну, типа я таунчу на место кстати, а он. Я могу за стерею закинуть, если надо. Не надо. Там в моменте только можно будет. Паладин. Реслин, реально. Реслин. Я снял всеми. Блю, дай сокол. Ухожу. Дай метку, ебан, не надо семя в меня кидать. Метку кинул, хорошая. Ебать! Чё, больно? Я нечаянно от сферы улетел на реактивном прыжке, миска. Похиливайте на меня на уровне семечек. Пятерка, шестерка. Я пошел. Насхи вы хорошие. У меня нет. Насхи у нее. Ой. А еще надо 2D курса, короче. А, блять, выйдите к Хаку. Я ебал, не успел каст увидеть. Ты 4 нажми. Нажал. Подхил меня, я ухожу. Можешь дать мне истерию на руки? А я давал уже на паладин нарисовал. А, ну хорошо, хорошо. Вышел потом. А за мелких бесов дают? Мне семя. На мне семя. Дают. Рядарские штуки дают? Дают. Не успеет спасть семя, да? Угу. Грустно. Я ухожу. Поэтому Хаку зарубу каждый раз. Метка. Ребенок как-то странного станчит. Бочком как. Он фрик. А мы не знаем, как танчит, типа, ну. Мы с ним всегда танчил какой-то ДК. Вот. Не, он просто бочком как-то танчит. Танчит как умеет. Мы вроде убиваем, значит все нормально. Мастерия, сокру, могу покинуть. Сокру, дай. Хожу. Не надо мне. Я в ты. Я тогда рисуну. Выш. Прохил меня. Так, я ухожу. О, задоджу. Она прилетела или нет? Не-не-не, все хорошо. Хорош. Ой, я вышел. Что? Тебе метка, прохил кисеру. Кто? Метка, блядь. Длань тебе. Мы сразу прохилим. Так я фулл вышел, не? Нет. Я как только вы выходите, я сразу вам щит даю.
Хорош. На под боссом стоишь? Ну если вы говорите, типа, что... Потому что я ухожу под хил, меня под хил. Стою, конечно. Чтобы... А выйду, где раздадим. Угу. О, как мне сейчас. Есть, если что-то, 4. Меня еще прохилит. Меня летит он. На щит вижу. Пошел. Гогеру. А я вам нужно не забывайте играть. Я беса настолько быстро не нажимаю. Ты умеешься. No. Иди тебе. Блять, давай! Иди бей. Да я отнес двойник, блядь, подальше. Хорош. Пояс и спина. О, спина. Здорово, Слекс. Жалко, пояс не тот. Спина хорошая. Ну, пояс, если никому не надо, там. Какая а, Энша? Да, чисто. Давайте реально погибли в First Try, все. О, всякая дорога у тебя лагает? Видимо, да. Да. Видимо, да. Ясно, ну ладно. Главный ход, только ТПшься, если там со смотрителя, если бежать, там трэш. Эх, жалко. Я думал, третья КД подряд выпадет. Ты я надеялся на пояс хотя бы. Чем? Да, пояс точно раз. Долгий ног. Два раза уже падал. Два раза у нас. Кому отдали? Первый. Сингл один отдали, а дальше ролили. Че, кого-то вырулил. Тот самый шаман. С долгоногом легендарный. Не шаман. Не шаман, то. Тот самый единственный не в гильдии. Да, кстати. Кстати. Я тоже не в гильдии. Слякоть. Слякоть тоже не в гильдии. Слякоть. Как бы ему долгонога? Я имею в виду сегодня. Слякоть и долгоног и не нужен. И ДК тоже. Болезни пук, чем. Болезни пук, чем. Где это хуйня вызывается? Вызвал, парни. Зачем ты обзываешься? Я и как бы считаю себя женщиной. Почему ты говоришь парни? Ну типа. Вот сегодня шизик. У пацанов типа два состава кары, блядь. И что-то ни в один не взяли новенькие, бля. В первый ходят основные 10, а во вторые... Там во втором 5 основных и 5 винков. Да там во втором там танчит, я такой думаю, блядь, если у вас есть два танка, почему я? Какая разница, если вам ничего не надо? Да не, мне только кольцо на самом деле. Так, когда заберешь? Заберет Ливию. Да видишь, я бы на этой... А может интернет починится у человека? А, ну кстати, да. Да там говорят, типа, пацаны, типа, что если кому-то какие-то боссы нужны, типа, говорите. Я прошлого ДКшника кидать не хочу. А мы можем просто на рану пустить Барунда. Да похуй, я с пацанами спрошу, они меня пустят на рану. Так, что там надо нам? А, все есть. Что на Next КД там смотрите сами. Ну такое. Ладно, пофигу, я думаю, не нравится. Говорит. Че, как обычно, я первый соли сам, второй зубки. Ну как ты говорил, типа, первый ну, там кровь, да, вторые зубы. Ну то же самое делаем, короче. Хорошо, да. Хорошо. Когда ты нам говорил, что делать, то же самое. Сапроты, кстати, нахуй выкинуть надо, блин, мне. И всем. Кто-то потанчивает трэш потом или мне собирать? Ты собирай. Ты собираешь. Все сапроты банку выкиньте в окно, пожалуйста. Все. У нас этот... у нас два хапала. Что? Что? Что с боссом?
Ладно. Отойди чуть там, чтобы не задел костюм. Она на стенку вот болта закинула, у меня, наверное, упашками санула, да. Бывает. Эх, АФК, геймплей. Зато два ролла на печеньку буду кидать. ДПС по пизде пошел. Но я фласку не выпил. Бам. 93 тысячи хп, ёбнешься. Фу, говно. Сожжение 2. Пиромант. Закидывай на хисура. Угу. Я на пуле сейчас. Найс Геракс. Найс Гера. Так, этого... Выводим хисера первого, будет Фьюри пофиряешь, Уриону Хекс. Будет Фьюри второй. Хекс, который полиморф. Если нельзя полиморф будет Фьюри, или ты пробовал? Я Уриону сказал. Все, все. Кого хексовать? Никого. Там шибу. Шибу этого заявлю. А, ну ладно. Будет Фури вторым просто выйдите и все. Уриона будет бесполезно бегать. Будет Фьюри на ботинках назад, беги потом. А, прям супер туда. Вот. Ну и шанс. Не, череда две. Ой, я кнопки не отдал. Блайнд Вазерону жду. И Фериф в этом пошел. А, без формы, прикинь, классно. Убивайте меня. Блайнд убивал. Блять, кош. Я ПКМ тыкву не снимает, блин. Я за нокпадом гоняюсь. Ну, херу, а? Я подведу его. Убивайте. Ич. Да иди оттуда. Блять. Пиздопад. Ну скажи, пусть там и стоит. А, вот сейчас Вайтфер будете вырубить. Еще один. Не уешься только, не уешься вообще. Я на пузе. Все, вводите Вайтфер. Я две пачки на пузе. А, блять, тебя пары не одел. Чури, подбейте еще. Отойдите от лужи, от лужи, от лужи, от лужи. Заберем оба, там нарисуем. Тебе или глю залетим? Да я сейчас хапалы бить пойдут. Могу. Но мне на самом деле тоже давай не. Давай заливать. Нет. Я сейчас еще один уже. Глю и Дима бей. Мандер гей. Че, как говорится, блин, парни, 400 к аренда выводите. Че, умрем? Выводим риск, зовем. Да, да, да. Сбейте ему хуйню. Че он чардж даст? Помог. Да, подбейте. Я грех. Я встану. Нормально, нормально, убегайте. Ему стан, да, въебали? Ты там хочешь, как обычно. Готовься, босс, ловись. Ближе к лужу можешь даже с той огненной подвести. Конечно, подведу. Вот все там, ловил. Молодежь, всё. Чё, она чуть-чуть и бьётся? Да-да-да, дракон классный. Погребальный. От погребального только у меня. Вот так, okay. Вот так. И всё, стой в карте. У меня мог нет. За таунти милики кто-то. Ну, у нас один наунч и милик. ФК. Не в дискорде. От басса надо убить. Убить мы можем, все, нормально. Вот знаю, без сейвов прожито, блять. Без сейвов? Да, без сейвов прожито.
Там урона первого не особо много дает. Там вообще, типа, я смотрел, там вроде дирмич... Сожжение. Да, да, я вижу. Там дирмич, который ДКшник, он на погибели вообще, по-моему, типа, зубы даже не просил. Он просто на первую, он на первую жмет, он на первую, типа, жмет зеленку. Не вытает из-за этого стак. И на вторую жмет просто кровь. И все. Похоже на то. Думал, это какой-то руфл, это работает. Надо попробовать просто. Ну тут, возможно, типа, может не хватить. Разбейте контроль, парни. Да, да, все. Я в эфире фиряю. Да, в эфире фиряете, щековать шип, серо возим. Как хорошо, когда мага и локон накидает. Ну, Лока никогда не кидает, да, тут второго по агро не кидает же. Я бегу. На исходную бегу. Блядь! Пош отдал сразу всем. Байнс залетит кому-то. А кого бьете? Кесера. Кесера. На нахуй байнс в рюну. Хотя бы не в азеруну. Главное меня выбить, я там всех повыбиваю остальных. Было очень близко. А второго убиваете кого? Того, кто ближе. Ты в эфире сейчас шипни, в эфире сейчас шипни, короче. И не надо, не надо, нет, нет, фиряйте в эфире. Короче, сейчас очковать и выйдет из этого из шипа. И косты ему там пока закрывайте. Так давай чеховато выведем, блин. Ну, так, а этого шипните, чтобы он не прибежал к нам в эфире. Вот в эфире бегает в эфире. Мы знаем, что он далеко, но типа... Я дал вам в сайленс, можете. Вводите чеховато. Я выведу, аккуратно. Ушли, ушли. Пусть собирают. Как у Паш... Можешь пойти по шипу его? Да, он, блядь, это сова, ёбаный. Или можно сову шипу? Он не в форме. Я без формы пока что. Все, взял форму. Все, пизда. Чё, а чё ты вышел? Так он сам, он может в шипе форму нажать, видимо. Возможно. Я пошел напыливать. Прион на силицу не сломал. А чё, там винда выводим, блядь, 400 кажа? Да блять. Я думаю, пора, типа. Ваншоты реально же. Сейчас, кстати, попробую эту хуйню. Вот не веришь. Че, какой? Ну, с этим. Давай, не надо. Так а в смысле, ну я те же самые. Там говорят, зеленка, кровь, зеленка. Иди на ту сторону. В эфире тут выводим. На ту? Я понял. Да, да. Давай, давай, выйдем. К порталу в Локовском все уйдите. А я понял, понял. Батя набежал. Грачу понял, что делать. Все, вывел. Я даже щит не дал. Сори. Фрик. Ну я тут босса словлю тогда. Да, да, так это надо. Поэтому идем тут. Место нормально было, мало ли что. Блять! Череда, по-моему, не прыгнула, не напулился. Мобья, блин. Костер. Проблема поставить только, блять. Вербальный костер отойдет. Ну, может, к стенке не стоит, кстати. Ты можешь про, главное, про, просто повернуть. Блю погребальный за ним. Идите по грибальный. Я бегу. Да, работает. Ах ты, тварь, все равно проверял, да? Так на втором можно ничего не жать. Ну я нажму сам. Ну, ты нажмешь, я ничего не буду жать. Да, да. Вот Фури, кнопку на Берри держи. АСС можешь кинуть. Нет, работает, говорю, я видел. Дирмич показал мне. А в чем суть, что? Ты даешь зеленку, на первое сожжение, и стак сожжения не вешается. Сожжение. Второе, типа, мало дамажит по итогу. Второе еще. О, это прикольно, кстати. А на третье, типа... На третье баунт. Вот на Сирсонга, наконец-то. Истери на руку, да, быстрее. Быстро потерял. Уже надо нажимать кнопку. Контроллинг сложно. Хекс, Войт Фьюри, Шип Сингсонг,
Хисеру выводим. Чтобы ты понимали, потом. Он не может хиксануть, по-моему. Кого, какой воин? А, ты не можешь его, да? Вот он, давайте тогда так сделаем. Да, хекс, хекс в хисеру и в утвари выводим. Да моя морти ничего не жает. Хекс потом надо продать. Я ничего не делаю, морти мои кнопки не жают в хисеру. Блайн только выкинул. Да, кстати, выкинул все. Потом еще эвейжен выкину, блядь. Кош еще надо будет выкинуть. Ваниш еще, да. Ну, у вас видно, что ДПС поменьше, чем у нас. У нас 3 хила. Вы 3 хила сейчас? Да. Рейсинг хиля. А, вау. Да. Ну, мы так, решили. Так, а выводим? В эфире, в эфире, в эфире. Контроль, локу дайте. Сейчас убью Арисина. Шип не в меня. Да, вы ебнут ему такой-то, я ему только один раз бил. На шип лока дай просто хапани, мне не надо шипать. Я бесполезен. Дота. Я косты забиваю себе. Чего делать? Блять. Тогда лужа. Это бейте, бейте нас, дальше. У нас встать они могут нормально. Войт фури тоже встать может. Только там лужа, лужу подожду. Ты зря меня приедет. На самом деле, сейчас, да, лужа закончится, эти вообще, да. О, скелетики желтые. Все, можешь вставать, давай. Я кому-то кастки кидал. Встаю, встаю. Так, кого next? Я подгрипаю сюда к трэшу. Я подойду сам. Хисеру, давай, хисеру, хисеру, хисеру. Хисеру пускай стоит. А че вы у меня красные? А. Да-да. Я пушки поконнекту. Нашел. Мы подумали, чтобы танк с вероятностью 200% не упал рандомно. Лучше 2 хп. Да, если потому что все равно один медик стоять будет. Да, если типа ресин все равно пока стоит. Ладно. Ну это объективно просто. Не, не ладно, ну. Раз он так робот. Бля, там был лог бы шифы не давал бы, если бы зависит. У вас просто есть втор, так сказать, полувторой танк. И танк у вас не ваншотнет, мобы. Ну, скажи, когда у вас чувала забирают, а у нас такой возможности нет. Ну да. Вара быстро снесет, Рика. Танк такой. Это щитом. Не давайте мне контроль. Я только шифа смогу сдать. Ничего страшного. Ману все выстрел. Че, там долили? Я подхожу. Да. Рик, блядь. Шизо и трэш. Ну что хочешь-то, блядь? Подойти хотел. Было близко. Я сидел, пробел, тыкал, чай пил. Кайф. А, ой, на пыль уже надо. Костер опять. Угу. Похильте меня еще чуть больше. Знаете, там какой-нибудь пристабаф и каску еще. Ноль урона что-то. Мобов залейте. И интеллект еще можно. Чтоб ты опять пошел трикса своего смотреть. Бам-бам-бим-бим. Тебе также ничего не надо. Надо гимн, короче, тумана кончает. Прикольно, кстати. Я говорил, Дермич гений. Ну, нормально, я не Дермич, ну, я по билду понял, что он не отвратительный ДК. А что, там билд хороший? Да. Машины для убийц, да? Да. Не то, что у тебя, блядь. Ой, синг на пол кинул. Геру. Истерию. Ману, закончи. Классно, каждый раз можно... Каждый раз новую потку каждый раз можно пить, синь, классно, да? Да. Голды на вас не наберешься. Блять, реально, кстати, у меня фласки кончаются. Я недавно сотку купил, блять. Бан, максимальный сейв, блять, просто айсбаунд плюс бан уже и нахуй, 0 урона, блять. 0 урона. Ясно, Азерона. О, я, кстати, это первый раз убил. Тебя чипы, да? Да, пиромант. О, пояс. Хайповый, кстати.
Ну это бой, да, идет. Там этот все, хотел. Да? Расходимся? Да, мы все. Да, надо все. О, все, да, да, можно. Да, рванул, ошибись. И пояс, и грудак можно. Да. А, тут есть этот. Ты там еще грудак? О, два рула кидать. Так, чё там? Вот это вот, да. Завтра в 5, да, тогда? Да. Угу. Если есть, то есть стяг не отлагает. Он больше. Так, чё там, рольте печеньку. Бам! Второй рул. Бам! Чисто на удачу. 91, сука. Арлинга С, он что-то разъебал всех по роу, смотри. У меня там еще 91 второй роу. У Арлинга 25-ки нету. Сука, я даже за два роу не могу забрать.